В России предложили отдавать пенсионеров в приемные семьи. По мнению специалистов Министерства труда, это поможет существенно улучшить качество их жизни. Такая программа уже действует в Ханты-Мансийском автономном округе. Приемным семьям помогают решать бытовые вопросы пенсионеров, заботятся о них. Кроме того, для них предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. В Минтруде подчеркнули, что необходимо предусмотреть защиту от мошенников и механизмы действий в случае, если члены новой семьи не уживутся друг с другом.